делать, если врач проводит осмотр недобросовестно и вместо положенных назначений отправляет пожилого пациента на дополнительные платные обследования? Пенсионерка Нина Ефимович просит главного врача Химкинской областной больницы и депутата местного совдепа Владислава Мирзонова разобраться. Свяжитесь с Ниной Адамовной, вот она рядом со мной сидит, пригласите к себе и посмотрите по выписке медикаментов, по назначению анализов, по обследованию. Медицина едва ли не основная тема встречи. По словам самого Владислава Мирзонова, о здравоохранении он готов говорить всегда. Однако диалог коснулся и других, не менее важных вопросов, например, ЖКХ. Иногда случаются аварии коммунальные. Значит, если водопровод, так скажем, как бы нарушила где-то герметичность, течет вода, это еще ничего. Но когда, так скажем, канализационный люк, вот эта вся жижа сверху идет до самого низа соответствующими ароматами. Найти решение сиюминутно удается не всегда, однако каждый из озвученных вопросов депутат Владислав Мирзонов берет на личный контроль. Я предполагаю, что это для нас будет очень большая помощь, и все наши проблемы будут решены. По словам Владислава Мирзонова, встреча одинаково полезна и для жителей, и для представителей власти. Благодаря живому диалогу сразу становятся понятны болевые точки и слабые места в развитии той или иной сферы. Приятная встреча, общение с жителями – это всегда очень важно. Мы понимаем, какие вопросы волнуют. Как запланировать работу, как запланировать те мероприятия, которые нужны и жителям, и нужны для развития городского округа. По итогам встречи депутаты и местные жители наметили планы на предстоящую совместную работу.